Уголовное дело по данному факту возбуждено. На место выезжала следственная оперативная группа, руководство полиции, городского управления. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению задержания лиц, причастных к совершению данного преступления. А известно, кто принимал участие? В дальнейшем там в ходе расследования уголовного дела информация будет представлена, все лица будут установлены и привлечены к соответствующим образом к уголовной ответственности. А по какой статье возбуждено уголовное дело? Статья 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Хулиганство, да. А часто ли вот происходят подобные случаи у нас в городе? Вот в последнее время, насколько я помню, там Энгельс был, случай стрельбы. Вот трагические случаи мы знаем, что в Заводском районе. Вот насколько часто такое происходит? Случаи единичные. За последние годы, наверное, большая работа была проведена по профилактике вот таких правонарушений, преступлений. В первую очередь это в местах массового пребывания граждан, в вечернее, ночное время, такие как кафе, рестораны. Поэтому очень много мероприятий было проведено, совместных мероприятий, совместно с частными охранными предприятиями, реагируя на такие сообщения. Думаю, это единичный случай, которым будет дана принципиальная оценка. Может быть...